Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости канала «Заметки нумизмата». С вами я, Алексей Швыков, автор нумизматического проекта «Пол Полушкин». И в этом выпуске мы с вами продолжим знакомство с иконографией Петра I на рублевых монетах. И речь сегодня пойдет о монетах, выпущенных в короткий, но насыщенный разнообразием период с 1718 по 1722 год. Начиная с 1718 года, чеканка рублевого номинала в Российской империи становится массовой. Это уже не эпизодические выпуски 1707-14 годов рублевиков с портретами работы Гоена и Гаупта, малотиражность которых подтверждается в наше время их редкой встречаемостью, еще большей стоимостью в нумизматических кругах. Нет. Рубль становится популярным и полноправным платежным средством, финансовым инструментом, охватывающим значительную часть социальных кругов того времени. И если самые ранние рубли первого десятилетия XVIII века делили между собой функции наградных медалей с функциями платежного средства среди высшей знати и элиты, то уже к середине царствия Петра рубль прочно вошел в быт практически всех слоев общества. Охватить подробно все многообразие разновидностей, штемпельных отличий и типов рублевых монет рассматриваемого периода в рамках видеоролика невозможно, да, наверное, и не нужно. На это существуют замечательные подробные каталоги. А вот проследить историю изменений портрета, впервые увидевшего свет в 1718 году и в разных вариациях просуществовавшего до 1722 года, вполне реально, что, собственно, мы с вами и сделали. Немаловажным моментом, о котором стоит указать в самом начале, является то, что именно с 1718 года в качестве мастера-резчика-медальера выступает знаменитый талантливый гравер Осип Калашников. А сам Калашников в своих ранних работах явно черпал вдохновение у прославленного на тот момент немецкого художника-гравера Мюллера в 1713-14 годах, исполнившего серию умопомрачительных портретных петровских медалей, посвященных событиям Северной войны. Конечно, о прямом копировании портрета Петра речь не идет, да и вряд ли на тот момент наш резчик был на должном уровне мастерства, но общая идея композиции довольно схожа с мюллеровской. Кстати, позднее Калашников не раз копировал некоторые медали Мюллера, и эти работы были высочайшего профессионального уровня. Как и предшественники, рубли 1718 года, сохранив пусть и недолгую, но уже традицию, несут на себе портрет царя, обрамленный круговой надписью на аверсе, и державным орлом, заключенным также в круговую легенду. Год проставлен славянскими буквами. Гурт – надпись, указывающая на то, что это московской казны рублевик денежного двора. Впрочем, вариантов гуртовой надписи несколько, как по исполнению, так и по содержанию. На некоторых указан монетный двор, на некоторых год чеканки, а на каких-то знак мецмейстера. В нумизматической среде этот рублевый тип классифицируется как в плаще без пряжки и розетки на плече. В замечательной книге Дьякова по золотым и серебряным монетам Петра I описано 22 основных портрета, это без мелких различий в исполнении, а всего приведено 50 различных сочетаний аверса и реверса. Там же представлено 6 различных вариантов гуртовой надписи. Итак, портрет. Голова императора увенчана лавровым венком. Размер головы может быть как больше, так и меньше. Вариации исполнения различны. Контуры лица также индивидуальная особенность каждого штемпеля. Схожесть только в общих деталях. Одежда Петра – панцирь, поверх которого накинут плащ. Складки плаща на разноштемпельных монетах имеют различную форму и отличаются количеством. Сам панцирь украшен арабесками, ну, впрочем, встречаются варианты и без арабесок. Рукав на некоторых монетах также имеет прострочку в виде точек заклепок, а в обрезе рукава часто присутствует знак гравюра – КО или ОК. Сочетание всех этих заклепок, арабесок, вариантов контуров лица в итоге дают совершенно разные портреты от величия до гротескных. Надпись, окружающая портрет «Царь Петр Алексеевич сия России самодержец»,
традиционно для монет 18 века, имеет разные варианты написания и отличается исполнением шрифта. Реверс этих монет – традиционный державный двуглавный орел с малыми коронами на головах и одной большой венчающей. Орел, так же как и портретная сторона, при общей выдержанной идее зачастую имеет разное исполнение. Нередко на орле можно встретить не с первого раза заметный знак мицмейстера. Обычно она просматривается на туловище птицы ближе к хвосту или прорисована в лапе, сжимающей державу. Встречаются и ошибки. Одна из самых важных, отмеченная в каталогах, это неправильное написание даты, где вместо «и», обозначающего цифру 8, стоит латинская «н». Многообразие вариантов штемпелей и их сочетаний показывают, что объем чеканки в 1718 году был действительно велик, а некоторые штемпеля, достаточно хорошо сохранившиеся, использовались и в 1719 году, хотя на смену этому портретному типу пришел другой, схожий в исполнении портрета, но отличающийся стилистикой одежды императора. Этот высокохудожественный портрет с вариациями в виде отсутствия или же, наоборот, присутствия пряжки на плаще, рабесок и заклепок на латах, и он просуществовал до 1720 года включительно, породив массу красивейших портретных разновидностей. А вот в 1720 году из-под руки Осипа Калашникова выходит новый рублевый портрет. В каталогах он значится как портрет с наплечниками или же бюст супервести. Неудивительно, что и в этом рублевом типе, как и в остальных монетах 18 века, традиционно много штемпельных разновидностей аверса, реверса и их разнообразных сочетаний. Рассмотрим же сам портрет. Голова императора, волосы, а по некоторым сведениям в 1720 году Петр был уже совершенно лыс, что тщательно скрывалось, венок, венчающий чело. На новом портрете, по большому счету, все осталось без изменений. Изменился стиль государевых доспехов. Теперь вместо рукава с плеча императора свисают наплечники-фестоны. Плащ заколот пряжкой, одежда на груди имеет орнамент по шву и по вороту. На некоторых вариантах на груди императора можно заметить интересную деталь, так называемую пальмовую ветвь. Ну, кто-то ее считает, что это пищевое перо, заткнутую за край оборки плаща. Знак гравера К притаился у крайнего фестона. Впрочем, нередки монеты, на которых знак крестика не проставлен. Кстати, впоследствии фестоны, да и вообще художественная стилистика этого рублевого портретного типа будут активно использоваться на монетах Петра II и на ранних рублях Анны Иоанновны. Рубли 1720-21 годов по праву считаются, конечно же, одними из самых красивейших в русской нумизматической иконографии. Тщательность исполнения мелких деталей, филигранная прорисовка портрета, да и просто качество чекана этих монет таково, что некоторые дошедшие на нас в первозданном виде экземпляры воспринимаются не просто как портретные монеты, крупные монеты, рубли, а как настоящие произведения искусства, графические миниатюры в серебре. Но, несмотря на удачное художественное исполнение монеты, этот вид просуществовал весьма-весьма недолго. Уже в 1722 году с портрета Великого Петра исчезли фестоны, вновь из-под плаща, собранного пряжкой, показался рукав. А осталась классическая прорисовка лица и головы в целом, практически неизменная с 1718 года. Да и складки плаща пришли вновь из того более раннего типа, а от портрета 20-21 года сохранилась пальмовая ветвь. Произошел этакий симбиоз двух портретов. Но изменился не только лик российского государя. Впервые на российской монете место державного двуглавого орла занял вензель правителя. Крестообразная монограмма из переплетенных между собой букв «П» и расходящихся в стороны лучей из букв «И» император. Вообще, рубль 1722 года можно смело считать инструментом прокламации, направленной на то, чтобы довести до ушей и глаз подданных новый титул Петра. Именно на этой монете впервые российский царь именуется императором, титулом, принятым им после заключения нештатского мира. Все рубли 1722 года, даже самые простые по штемпельным разновидностям, довольно редки. А встретить экземпляр в хорошем качестве и сохранности крайне тяжело. Да и чеканились они всего лишь год. В 1723 году на смену этому типу пришли сразу два портрета. Так называемый «Матрос» и «Тигровик», о которых мы с вами, уважаемые зрители, и поговорим в одном из ближайших выпусков «Заметок». А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите и спрашивайте в обсуждении. Всего хорошего. До встречи.